Время новостей на телеканале «Север». В студии Елизавета Кабанова. Здравствуйте. И сегодня в выпуске. Жители округа везут COVID-19 из Анапы, Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Архангельска, Крыма и Абхазии. 234 заболевших, 572 изолированных. Ковидная статистика растет с каждым днем. Цены на овощи для обычного борщевого набора бьют рекорды во всех регионах России. Ненецкий автономный округ – не исключение. Более того, продукты для борща, не включая мясо, обойдутся жителю Нарьян-Мара дороже на четверть, чем в целом по стране. Сотрудники окружной госавтоинспекции по итогам первого полугодия текущего года установили самые аварийные дни недели. Это понедельник и четверг. Больше всего аварий происходит в промежуток времени с 8 до 9 часов вечера. Ковидная статистика в Ненецком автономном округе набирает обороты. Цифры говорят сами за себя. Только в минувшие выходные в регионе было выявлено более 40 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 5 пациентов после прохождения курса лечения от ковида выписаны. С начала этой недели в регионе на лечении находится уже 234 человека. У большинства из них – это 214 человек. Диагноз COVID-19 подтвержден результатами ПЦР-лаборатории уровня референс. Еще у 20 пациентов диагноз выявили методом иммуноферментного анализа. Еще на прошлой неделе в инфекционном отделении Ненецкой окружной больницы был увеличен коечный фонд для ковидных больных. Если изначально для них было предназначено 30 коек, то сейчас их количество увеличили до 60. Еще 7 коек предусмотрены в реанимации. В настоящее время стационарное лечение получают 62 человека, амбулаторное – 172. На учете в управлении Роспотребнадзора состоят 572 человека, близко контактировавших с заболевшими. Плюс 40 к минувшей пятнице. Все они по предписанию ведомства отправлены на карантин и должны пройти медицинское обследование. За 2 недели управлением Роспотребнадзора зафиксировано порядка 50 случаев завоза новой коронавирусной инфекции на территорию региона. Инфекцию привозят жители округа, возвращающиеся из других регионов и городов страны. Анапы, Сочи, Москвы, Крыма, Санкт-Петербурга, Архангельска, Коми и Абхазии. Самое большое количество завозных случаев коронавируса из Анапы – 13 человек. Далее Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Заболевшим все анализы на выявление вируса проводятся бесплатно. ПЦР-тестирование могут также пройти все желающие. Стоимость теста – 1400 рублей. По субботам пройти исследование можно без предварительной записи в диагностическом корпусе Ненецкой окружной больницы на улице Авиаторов. Привиться от ковида также без предварительной записи можно ежедневно в дополнительном пункте вакцинации в ДК «Арктика». При себе иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис. В регионе доступны 2 вакцины – «Спутник» и «Эпивак Корона». Вакцина «Ковивак» закончилась. Записаться на вакцинацию в городскую и районную поликлиники можно через портал госуслуги, либо непосредственно в своей медорганизации. И напоминаем, что в Ненецком автономном округе действует обязательный масочный режим в общественных местах. Во всех федеральных округах России появится курирующий вице-премьер. В правительстве объясняют создание нового института кураторства необходимостью единой экономической политики в регионах для достижения национальных целей. Напомним, Ненецкий автономный округ входит в Северо-Западный федеральный округ. В соответствии с распоряжением главы правительства, новые полномочия вице-премьера будут реализовывать во взаимодействии с Госсоветом и Президентским советом по стратегическому развитию и нацпроектам. Куратором Северо-Западного федерального округа назначена заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова, отвечающая за здравоохранение и образование. Это назначение источник в аппарате правительства объяснил тем, что в этом федеральном округе сосредоточено производство жизненно важных вакцин и лекарств, а также крупные вузы. Дополнительные 100 миллионов рублей на строительство дороги Нарьян-Мар-Усинск получит в этом году Ненецкий автономный округ из федерального бюджета. Средства будут направлены на ремонт 6,5 километров автодороги, соединяющих Харьягинский участок и 4-й участок трассы. Об этом сообщает региональный департамент строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта. По информации профильного ведомства, торги объявят в ближайшее время. В настоящее время идет строительство 1-го и 2-го участков автодороги Нарьян-Мар-Усинск, а также определяется подрядчик для выполнения работ по строительству нулевого участка дороги протяженностью более 6,5 километров с мостом через репку Шапкина.
Стоимость контракта составляет порядка 3 миллиардов рублей. Средства также предусмотрены в федеральном бюджете. Согласно условиям контракта, который будет заключен с подрядчиком по результатам конкурсных процедур, завершить работу строителей должны не позднее 20 декабря 2023 года. Проект реализуется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Порядка 8 тысяч тонн кормов планируют заготовить сельхозпроизводители Ненецкого округа этим летом. Сенокосная компания стартовала в начале июля. Хозяйство приступает к заготовке по мере готовности и в зависимости от погоды. Всего молочным животноводством в регионе занимаются 6 сельхозпроизводителей. На территории одного из них побывала наша съемочная группа. Слово Александре Литковой. На сегодняшний день численность рогатого скота в сельхозкооперативе «Харп», что базируется в поселке Красное, 76 голов, из них 34 дойные. Хозяйство уже много лет славится своей молочной и мясной продукцией, на качество которой в первую очередь влияет то, чем питались буренки. Заготовка кормов в летний период, пожалуй, одна из самых важных работ для любого сельхозпредприятия. От этого напрямую будет зависеть благосостояние хозяйства на ближайший год. Впрочем, сегодня современные технологии позволяют хранить корма до 2 лет. При этом сено и сенаж сохраняют до 90% питательных веществ. Техника заготовки практически полностью автоматизирована. На угодьях «Харпа» трудятся 5 человек. Каждый выполняет свои функции. Один косит, другой собирает сено в рулоны, третий обматывает рулон в специальную пленку. Таким образом получается так называемая таблетка. Сенокос на протяжении десятилетий «Харп» проводит на одних и тех же местах. Косили мы уже самый большой участок, это Кудрин Шар и Чорбыш, средний по величине участок. На сегодняшний день бригада уже 3 дня назад заехала, значит, на Черный Нос, сегодня они заканчивают этот участок и переезжают на последний участок к Ржи. Кирилл Сметанин впервые начал работать на сенокосе еще в школе. Говорит, тогда компания по заготовке кормов могла растянуться не на 1 неделю. Сейчас на каждый участок уходит по 2-3 дня. Раньше в свое время я работал в школьных бригадах. Мы работали конно-ручная была, косили конями и еще были маленькие трактора косили. Вот. А сейчас косят уже более современной техникой, роторными косилками. Они косят быстрее и меньше проблем с ними. СПК «Харп» в этом году передовики по заготовке кормов. С работой справились за 2 недели и, как в прошлом году, план по заготовке сена и сенажа перевыполнили. Из запланированных 166 тонн сена заготовили 183. Всего в Ненецком округе 6 предприятий, занимающихся молочным животноводством. СПК «Харп», Сула, Заполярье, Омский и Великовисочные животноводческие комплексы и Ненецкая агропромышленная компания. Ненецкая агропромышленная компания СПК «Сула» у нас заготовили сено в полном объеме. Сенаж заготовка еще продолжается. Как раз сейчас погодные условия располагают. У нас традиционно немножко отстают муниципальные казенные предприятия, Омский, Височный, в плане заготовки кормов. Но в целом ОМА планирует начать заготовку с этой недели. В любом случае некий резерв мы сформировали. Без кормов животные у нас не останутся, и прогноз в этом плане положительный. На данный момент окружными хозяйствами, которые уже приступили к заготовке кормов, скошено более 3000 гектар сельхозугодий. Заготовлено порядка 60% сена и сенажа из запланированных. Александра Литкова, Антон Бодряков, телеканал «Север». За многие годы как-то сложилось, что картофель, морковь и свекла были самыми дешевыми овощами в России. Теперь их стоимость зашкаливает даже в южных регионах страны. Особенно отличилась морковь, бьющая все ценовые рекорды. В Минсельхозе говорят, что такое повышение типично для летнего сезона, а снижение цен придет вместе с новым урожаем. Но с точки зрения экономики все намного сложнее, и обычно сезонностью объяснить такой рост нельзя. Тем более, что в 2020 году цены на овощи за аналогичные периоды были ниже. Подробности в следующем сюжете. Экономисты и производители выделяют несколько причин роста цен. Первая, самая очевидная, это инфляция. Причем не только в России, но и во всем мире. Такое объяснение на прямой линии с гражданами России дал и глава государства. Отвечая на вопрос жительницы центральной полосы, почему бананы из Эквадора стоят дешевле, чем морковь из соседнего региона. Тогда Владимир Путин отметил, что сегодня мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке за последние 10 лет. К сожалению, это общемировая тенденция. Рост цен на продовольствие происходит везде, а своей российской продукции не хватает. Сравнивать Ненецкий автономный округ с регионами центральной полосы России и вовсе не приходится. Здесь продукты питания, в том числе и овощи, всегда были и будут более дорогими.
По крайней мере, до тех пор, пока у округа не появится круглогодичное наземное сообщение с большой землей. Сколько стоит сегодня в магазинах Наринмара обычный борщевой набор, узнали в ходе мониторинга цен на продукты данной категории в городских продовольственных магазинах. Цена, которую мы видим на прилавке, зависит от цены поставщика продукции. Чем выше цена реализации, тем выше цена, которая у нас здесь указана. Чем ниже цена, соответственно, цена снижается на наших прилавках, магазинах. Пообщались с предпринимателями, торговая наценка на данный продуктовый набор минимальная. В настоящее время средний ценник на борщевой набор, который включает в себя морковь, свеклу, картофель, лук и капусту, в Ненецком округе составляет примерно 416-420 рублей, без мяса, разумеется. А средний ценник по России – 310 рублей. Разница в цене связана с логистикой, труднодоступностью региона. Хотя в период навигации стоимость завоза в округ должна, по идее, снижаться. По данным профильного ведомства, в ближайшее время все-таки ожидается снижение цен на данную группу товаров в связи с поставками нового урожая. В прошлом году, например, выросли цены на сахар и подсолнечное масло. Чтобы сдержать цены, правительство заключило соглашение с производителями и торговыми сетями, начало обслуживать производителей и ввело повышенные таможенные пошлины. Как отмечают в правительстве, регулирование дает свой эффект, но не по всем видам товаров. Что касается продовольственной инфляции, в мае 2021 года, то она превысила 7%. Это, по словам экономистов, максимум за последние 5 лет. Ну, на морковь и на свеклу были повышенные цены. Сейчас каждым разом приходит дешевле. С каждой машиной у нас по вторникам свежие овощи, завоз свежих овощей и фруктов. Вот, и как бы цена падает с каждым разом. Но все зависит от закупки транспортных. Как отметила Юлия Владимировна, рост цены на морковь и свеклу был не обоснован со стороны поставщиков. Зимой стоимость в среднем пресловутой моркови для борща не превышала 60 рублей за килограмм. По весне выросла в два раза, как и в большинстве регионов страны. И стоит сейчас от 120 рублей за килограмм при тех же наценках, а то и еще дороже. Остается только подождать поставок нового урожая. Катрина Тайбарей, Владислав Носкин, телеканал «Север». Мероприятия по подготовке инфраструктуры объектов ЖКХ к очередному осенне-зимнему периоду и получение паспортов готовности для их дальнейшей эксплуатации – основная забота служб жилищно-коммунального хозяйства региона в летний период. В этом году подготовку к осенне-зимнему периоду в Наринмаре и поселке Искателей начали еще в мае. Погода этому благоприятствовала, несмотря на то, что отопительный сезон официально был завершен только 15 июня. Кстати, за последние 5 лет в текущем году было самое раннее отключение отопления. Для сравнения, в 2020 году отопительный сезон завершился лишь 6 июля. Учитывая то, что у нас на Крайнем Севере короткий летний период, теплое время, поэтому идет активная подготовка к осенне-зимнему периоду. Значит, еще раз скажу, основная наша цель, в том числе, это, значит, в этом году закончить в конце сентября эту котельную в поселке Искателей, которая является одним из основных критериев получения паспорта подготовки к зиме. Ну и, соответственно, тоже все органы местного самоуправления под контролем нашего департамента принимают непосредственное участие в подготовке к зиме. Предприятия объединенных и тепловых сетей города Наринмара осуществляют работы по подготовке объектов муниципального образования к зиме в плановом режиме. Из окружного бюджета на эти цели в этом году выделено более 17 миллионов рублей. На эти средства предприятия капитально отремонтируют системы энергоснабжения 4 котельных на улице Вучейского, 60 лет Октября, Студенческая и Ленина, а также проведет капитальный ремонт тепловых и водных коммуникаций по улице Октябрьской. Кроме того, за счет собственных средств по КИТЭС осуществляют капитальные ремонты систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации и водоводов. Всего в списке значится 20 мероприятий. Все работы выполним в срок, отметила директор предприятия Наталья Бетхер. А вот с некоторыми предписаниями территориального отдела Печорского управления Ростехнадзора по КТС не согласна и будет оспаривать. Поясним. Ежегодно муниципалитет должен получать паспорт готовности к ОЗП, который выдает комиссия Печорского управления Ростехнадзора. 2 предыдущих года муниципалитет такой документ не мог получить. Так, например, в прошлом году препятствием для его получения стало наличие задолженности потребителей тепловой энергии за поставленные энергоресурсы свыше 128 миллионов рублей. Стоит отметить, в отопительном сезоне 2018-2019 годов данный показатель составил 500 миллионов рублей, но паспорт тогда был выдан. Получить документ готовности к зиме с каждым годом все сложнее, поскольку постоянно меняются стандарты и требования. Цифры говорят сами за себя. В 2019 году муниципалитет сдал в Ростехнадзор 7 тысяч документов, а в 2020
2020 году 12 тысяч. Порой совершенно формальные условия являются основанием не выдавать паспорта готовности. Но, как мы все понимаем, не паспорт дает гарантию безопасно перезимовать. Поэтому максимальные усилия муниципальных предприятий Нарьян-Мара направлены на реальные работы по подготовке к осенне-зимнему сезону, отмечает мэр города Олег Белак. Для Заполярного района лето также горячая пора. В короткий навигационный период необходимо обеспечить населенные пункты округа энергоресурсами в рамках опережающего северного завоза. Он идет в рамках, значит, нашего плана графика, поэтому никаких рисков мы не видим. Ну и, соответственно, тоже держим руку на пульсе для того, чтобы наши жители жили в комфортных и безопасных условиях. По информации главы администрации Заполярного района Надежды Михайловой, в населенные пункты округа завезено более 68% от общего объема дизельного топлива, более 76% угля. Доставка дров выполнена на 64%. На местах приемку энергоресурсов осуществляют комиссии, которые состоят из представителей общественности, депутатов и глав поселений. Напомним, подрядчику компании «Вертикаль» необходимо поставить в отдаленные села Ненецкого округа более 11 тысяч тонн нефтепродуктов, 22 тысячи тонн каменного угля, 8 тысяч кубометров дров и почти 313 тонн топливных брикетов. При этом уголь должен быть марки «Д» выработки 2021 года, обогащенный. Топливные брикеты должны быть изготовлены из химически необработанной древесины твердых и мягких пород деревьев. Северный завоз традиционно начинается после прохождения ледохода. В первую очередь груз завозят по малым рекам. Василий Хатензейский, Владислав Носкин, телеканал «Север». На дорогах Ненецкого автономного округа за прошедшую неделю произошло 7 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом. Сотрудниками ГИБДД выявлено 266 нарушений правил дорожного движения. Установлены 3 водителя, управлявших транспортным средством в состоянии опьянения. Они отказались от медицинского освидетельствования. В окружном ГИБДД также подвели итоги за первое полугодие 2021 года. Самые аварийные дни недели по статистике госавтоинспекции – понедельник и четверг. По его итогам на территории округа зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли, 11 пострадали. Вместе с тем, количество ДТП и пострадавших в них сократилось почти на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В то же время рост по погибшим составил 100%. Основным видом ДТП является столкновение. В результате 8 столкновений 7 человек ранены, 1 водитель погиб. Основной причиной практически всех ДТП является нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, сопутствующие нарушения управления автомобилем в состоянии опьянения, несоответствие скорости движения автомобиля реальным условиям дорожного движения. За 6 месяцев текущего года зарегистрировано 2 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых пострадали 2 ребенка. Один ребенок пострадал в качестве пассажира, второй – в качестве пешехода. Зарегистрировано 3 ДТП с участием водителей в состоянии опьянения, в которых 2 водителя погибли, 1 получил ранение. В отчетном периоде зарегистрировано 7 ДТП, в месте совершения которых выявлены недостатки в эксплуатационном состоянии улично-дорожной сети, в частности, в зимний период. По итогам полугодия самыми аварийными днями недели были понедельник и четверг. В эти дни произошли практически все ДТП. Самым аварийным временем является период с 20 до 21 часа. С 19 по 23 июля сотрудники Росгвардии проверят соблюдение действующего законодательства о хранении оружия и боеприпасов, а также сроки оформления и продления разрешительных документов в поселке Красное. Те, кто хранят предметы вооружения незаконно, при их добровольной сдаче могут получить денежное вознаграждение. Напомню, в Ненецком округе установлены следующие размеры таких выплат. 15 тысяч рублей за одну единицу боевого оружия. 6 тысяч рублей за одну единицу служебного, спортивного или охотничьего нарезного огнестрельного оружия. 4 тысячи рублей за одну единицу гладкоствольного огнестрельного оружия. По 3 тысячи рублей за взрывное устройство или одно самодельное стреляющее устройство. 2,5 тысячи рублей за одну единицу газового, травматического или сигнального оружия. А также 10 рублей за патрон к боевому оружию, 5 рублей за патрон к гражданскому или служебному оружию и 500 рублей за средство взрывания. Гражданам рекомендуется заранее подготовить необходимые документы и распланировать свой день с учетом визита инспектора. Согласовать удобное время посещения и получить интересующую информацию можно по будням по телефону, который вы видите на своем экране. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды.